Что делать, если ты успешно не готовился к УГЭ по физике, смотришь на календарь, а там... Не переживай, ты такой не один, и люди попадают в такую ситуацию по разным причинам. Кто-то думал, что в школе есть дополнительный час, который как раз-таки будет задействован для подготовки к ОГЭ, но оказывается, что из этих 45 минут кто-то просто тупит у доски 35 минут, и за оставшиеся 10 подготовиться к ОГЭ оказывается невозможно. А кто-то готовился с репетитором по 1,5 часа в неделю и тоже попал в ситуацию, когда времени прошло достаточно много, а вы толком никуда не продвинулись, и сильно проще решать ОГЭшные задачи не стало. Но у кого-то еще просто не все персы были прокачаны в Бравле, Геншине, или просто последняя катка каждый раз предательски сдвигалась на одну. Дисциплинированно готовиться самому очень трудно, а мотивация — это такая вещь, которая испаряется настолько быстро, что кажется, что в комнате, где она находится, очень низкая относительная влажность. А? Честно говоря, не так важно, какая из этих причин помешала тебе начать готовиться. Главное — это все-таки начать это делать. И можно понадеяться, что во второй половине года там среда вокруг тебя поменяется, и тебе будет намного легче готовиться к ОГЭ по физике, но реально все изменения вокруг начинаются изнутри тебя. Так что менять что-то придется именно тебе. И я предлагаю тебе записаться на мой полугодовой курс JoJoule, на котором мы пройдем все, что нужно знать для ОГЭ, и теорию, и задачи, и эксперименты мы все проделаем, и параллельно напишем еще кучу пробников. Так что заходи по ссылке в описании и начинай свою качественную подготовку.